Привет-привет, девчулечки! Сегодня, 8 марта, я хочу вас всех-всех-всех, девочки мои, поздравить с этим прекрасным женским днем. И давайте хоть один раз в году, хотя я приверженка того, что лучше радовать себя не один раз в году, а каждый день, хотя бы, да, самих себя радовать, если нас вдруг никто не радует, и исполнять наши желания, наши маленькие слабости. Поэтому давайте сегодня скушаем, я не буду есть, конечно, весь этот вкусный торт, вот, я съем маленький кусочек, так как все же нахожусь на какой-то диете, на каком-то правильном питании, выпью за вас немножко шампанского, вот этого вкусного розового. Всех с 8 марта. Я очень надеюсь, что каждая из вас порадует в этот день себя кусочком тортика и бокальчиком шампанского, того, которое вы любите. За вас, девочки, и за меня. Ой, знаете, если честно, я стараюсь покупать себе всегда шампанское подороже. Вот, ну, не прокатывает у меня шампанское за 100 рублей. Ну, вот никак не прокатывает. Никак. Сколько я не пробовала. Вот, если честно, всегда дарят почему-то дешевое шампанское. Вот, не заметили? Какое-нибудь советское или Надежда. А, какой вкусный торт. У меня сегодня 300 кило офигительного торта тирамису. Я считаю, что в этот день даже тот, кто худеет, тот, кто постится, уж извините меня, можно позволить скушать себе небольшой кусочек этого замечательного тортика. Я, если честно, искала свой любимый торт. Я очень люблю суфле. Вот обожаю просто суфле, птичье молоко. Это мои самые любимые торты. Я очень люблю фельдбейкер сверху без шоколада. Вот. Но не было. Поэтому пришлось купить такой. Но я вспомнила, что когда-то давно вот такой торт тирамису вот с этой воздушной пенкой сверху был самый-самый вкусный. Давайте попробуем. Точно, это та самая воздушная пенка тирамису. Я думаю, в этот день каждая девушка заслужила кусочек необыкновенного тортика, такого, который хочет она. Это очень вкусно. Я почему-то всегда вот такого тортика объедаю вначале верхушечку, а потом ем сам вкусный бисквит. И хорошо, если этот торт, бисквит у этого тортика, хорошо пропитан. Вы можете видеть его в разрезе, и он необыкновенно вкусный. У меня этот торт от шереметьевских тортиков. Он не дешевый, да. Давайте попробуем бисквит. Если честно, вот эту воздушную пенку мне нравится объедать больше всего. Она очень воздушная. Торт и шампанское. Вот что еще нужно? Божественно. Вот божественное облачко. Кусочек такого тортика и 2 часа на велотренажере. Да. Mm.
Бисквит не очень мокрый, но не сладкий, не сладкий. Это то, что нам нужно. Бисквит вообще не сладкий. Я люблю не сладкие торты. Особенно какие-нибудь йогуртовые. Сейчас очень модно продавать тортики на разновес. Они либо творожные, либо йогуртовые. Очень-очень вкусные. Я сегодня была в индейкином доме, и они там тоже, я не знаю, каждый день у них эти тортики. Или получилось так, что только к 8 марта. Но как-нибудь, если они будут там каждый день, как-нибудь возьму, попробуем на разновес. 100 грамм, в принципе, не так дорого стоит, хотя торт – это тяжелое удовольствие. Вот. Ну, такой маленький кусочек, я думаю, на завтрак вашей фигуре не повредит. Вот он вообще не сладкий. Я торты не ела очень давно, очень. Даже не могу сейчас вспомнить, когда я последний раз ела торт. Ну, ради такого праздника, ради вас, просто мне захотелось побыть с вами, выпить за вас, девчуля. Вот, честно, мое шампанское, это только сладкое, либо полусладкое. Вот, ну, не могу я пить брют, вот не могу. Хотя я брала чисто итальянский брют, и он в меня зашел, да, итальянский, но это импортный. Вкуснятина. Бисквит не пропитанный. Но торт сам по себе вкусный. Вот это нежное-нежное облачко сверху. И полусладкое шампанское. Очень вкусно. Балуйте себя почаще, балуйте себя не раз в году. Не надо ждать этот день, 8 марта, чтобы себя как-то побаловать. Покупайте себе духи, покупайте себе пирожные, покупайте себе шампанское и балуйте себя. Я на облаке. Вот хорошо, что он не сладкий. Я, если честно, открыла сегодня шампанское. Брют. Мне не понравилось.
А вот это супер. Вообще розовое это мое. Я люблю красное, розовое. Вкуснятина. Ну, посмотрите. Шереметьевские тортики. А с чаем? Больше одного кусочка я не осилю. Да. Хотя, может, ради вас съем и второй. Девчули, еще раз всех с этим прекрасным женским днем и радуйте себя почаще. Независимо ни от чего. Да, вот так вот сами. Всем спасибо.